на наших глазах происходит изменение реальности. Это трансформация, согласны? И если мы говорим сейчас о том, что бизнес как-то существует, он должен существовать в новых условиях, которые для всей страны не самые легкие, да и для всего мира тоже. Если мы не изменим бизнес, к сожалению, в новых условиях он может погибнуть. И цель, в том числе нашего конкурса, это показать новые пути развития бизнеса, новые пути продвижения вперед и новые пути иногда даже выживания в сложных экономических, политических и, самое главное, эпидемиологических условиях. Те участники, большинство тех, кто принимал участие в прошлом году, уже состоялись, и в этих сложных условиях они показали себя достойно очень. Их бизнесы сумели продержаться и в сложных условиях устоять перед напором внешних факторов рынка. Мы только начинаем работу. Тот материал информационный, который участники предоставляют организаторам, показывает, что у них серьезные намерения. Многие готовы продвигать и развивать свой бизнес даже в неблагоприятных для них, казалось бы, ситуациях.